Продолжил я сегодня знакомство с замечательной головкой производства Саши Лазарева. Обратил внимание на класс прочности болтов 5,6. Прекрасно. Десятые болтики. Значит, здесь что за болт стоит, трудно сказать. Но почему-то нет шплинта. Даже не докручено. То есть видно, что при затянутой до конца голове шплинт туда уже не влезет, в это отверстие. Теперь втулки шарнира. Втулки в шарнире чувствуют себя достаточно свободно. Если посмотреть, прекрасно качаются. Вот одна. Вот другая втулка. Так, замечательно. Болт во втулке тоже себя неплохо чувствует. Болтается. Далее. Вот есть прекрасное отверстие. Вставляем туда болт, который там был. Мы видим, что болтается он не то, что свободно. Но, по крайней мере, 4 десятки там есть слабины. Но если все хорошо затянуть, то клиент об этом никогда не узнает. Если только в небе. Далее. Нижний болт тоже 5,6. И совершенно тут спокойно себя также свободно чувствует щека. Что одна, что вторая. В этих втулках. Да. С запасом отверстие сделано. Чуть это ослабил болт. Видно, что бубик на этом болту ходит ходуном. Разберу и этот узел. Вот он разобран, этот узел. Можно оценить вот так вот степень качания болта во втулке. Ну, вторая втулка тоже аналогична. Сама втулка, ну, сидит более плотно, он тоже от руки ходит. Одна десятка там, по крайней мере, есть. Вот здесь хорошо видно, что дырдочка под шплинт перекрывается телом самой гайки. То есть, чтобы это ставить туда шплинт, надо или гайку пропиливать, или менять болт, чтобы сделать по-человечески. Болт я уже описал, но посмотрев сегодня сверху на эту конструкцию, я увидел, что он стоит наискосок. Видимо, это какая-то последняя разработка передового автожиростроения выкши. То есть очень хорошо видно, что болт не перпендикулярен нижней крышке. Хорошая головка.